Три учебно-тренировочных сбора у женской команды по вольной борьбе уже позади. Кисловодск, Москва и заключительный пункт – Сочи. На базе Югспорта сборная готовилась к чемпионату на протяжении 2 недель. Уже в субботу девушки улетят на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште 22 октября. Был проведен хороший учебно-тренировочный сбор. Это база, одна из самых лучших баз в нашей стране, и мы с удовольствием здесь уже много лет готовимся, тренируемся. Здесь созданы все необходимые условия. Никаких проблем с подготовкой не было. Самое главное, что у нас впервые, может быть, как это мы все тренеры суеверны, вообще борцы, нет травм. Накануне был определен основной состав сборной. В этом году на чемпионате мира выступят как молодые, так и опытные спортсменки. В их числе действующая чемпионка Европы Стальвира Оршуш и бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина. Все здоровы, всех огромное желание побеждать. Будем к этому идти. У нас, конечно, командная поддержка. Мы друг друга настраиваем, заряжаем, переживаем и за команду отстаиваем честь. У нас уже заключительные денечки, последние перед отъездом. Вот, поэтому уже так все более индивидуально, у каждого свое. Кому-то погулять в одиночестве, кому-то в компании, кому-то почитать. Поэтому все достаточно индивидуально. Но я так смотрю, что в команде настрой позитивный, положительный. Я думаю, все будет хорошо. Таких лидеров, как Валерия Коблова, Любовь Овчарова и Валерия Лозинская, на чемпионате мира не будет. Девушки еще не восстановились после травм, но к концу года они начнут готовиться к Олимпийским играм. Задача же остальных членов сборной – не уронить честь команды на предстоящем мировом турнире. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.